В Черкасской области десь там трохи більше 3000 міліціонерів, да? Ну, десь в такому розмірі у нас буде отряд поліції в Черкасській області. От где-то примерно вот вокруг этого. Другое дело, что это начало пути, это первая служба. Она наиболее контактная для людей, люди ее відчувають больше всего. Я думаю, что к марту по всей стране уже будет работать патрульная полиция во всех городах. И к этому моменту начнут уже идти следующие. Дорожная полиция, которая будет заменять ГАИ на трассах. Участковые, которые будут заниматься... Ну, вместо участковых будут полицейские новые. Новая криминальная служба будет, новые следователи и так дальше. У нас на начало прошлого года было 172 тысячи милиционеров. Так, сейчас 152, 152. И патрульных полицейских на конец года будет новых 10 тысяч всего. Когда мы говорим про патрульного полицейского, который работает на улице, мы поставили ограничение 21-35 лет специально, потому что это служба, связанная с определенными кондициями физическими. И это, прямо скажем, начальный уровень службы для полицейского. Дальше он имеет возможность и развиваться, и идти по ступенькам, и так дальше. И думаю, что пройдет некоторое время, через несколько лет, и как раз из этих патрульных мы получим тех новых шефов полиции, которые будут у нас составлять основу. Пришла полиция?